Окей. Так, Templar Assassin, Рубик в пике у XX5. Думают они еще над одним героем. Darkseer, Jakir и Enigma у 3D Max. 3D Max, кстати говоря, не так просты, как кажутся. Они выиграли у Virtus.pro, я вам скажу. Да, там, конечно, Virtus.pro зафейлились не слабенько, но факт есть факт. Так что эти ребятки, этих ребяток списывать со счетов не стоит. Тем более, что пик у них очень серьезный. Jakira, Darkseer, Enigma — это реально очень жесткий прокаст. Я не знаю, если попадут под этот прокаст XX5, их вообще ничего не спасет. Их просто раздавит. Темпларка, Рубик. Темпларку никакой рефракшн не спасет. Рубика так уж подавно ничего не спасет. Поэтому тут надо думать. Надо думать, что делать. Носорог Магнус, Бэтрайдер в бане у XX5. 3D Max банят Зомбаря и Баунти Хантера. БКБ спасет, пишут в чате. Ну, типа спасет, но от Блэк Холла это все равно не спасет. И есть еще такой вот вариант, то что еще два героя доберут 3D Max. Скорее всего, они какого-нибудь керри персонажа себе возьмут. Ну, посмотрим, посмотрим, что это будет. Так, ВР-ку забирают XX5. Версута, ты являешься стримером Defense 3? Не знаю, нет, вроде не являюсь. Я стримлю на Twitch TV, а Defense стримится типа на Овнет. Но я по билету буду стримить. Поэтому, ну если не запретят, конечно, как премьер-лига наехала. Ну, по идее, не должны. Скоро БКБ уберут из доты. Окей. Нет, ну я думаю, вообще, конечно, если вот прям серьезно к этому вопросу отнестись по поводу того, что стоит ли убрать БКБ из доты, я не знаю, почему, зачем его убирать из доты. Было бы, тогда маги станут повелевать всем. То есть, такие герои, как Леон, такие герои, как, не знаю, там, Лина, Jakira, они просто пикаешь Расту, Лину, Jakira, Леона, Тайда и убиваешь всех. Такие герои, как Void, такие герои, как, не знаю, там, Свен, они просто сразу вымрут. Вымрут. Антимага, Джиггернаута банят, 3D Max, прям всех керри-героев, и эти тоже керри-героев банят. То есть сейчас всех керри-героев перебанят, и ничего не останется вообще. Войд со Свеном в бане от XX5. Нормально так, нормально. Что там еще осталось-то? Chaos Knight и Nikes. Вот, точно. Точно, точно. Кстати, остался Висп и Тини. Висп и Тини. Комбат, батяня, батяня, комбат. Висп и Тини в пике есть. Да, кстати, Боня Клёцкий есть. Кстати, Боня Клёцкий вообще шикарно бы вписался в пикс. В пикс XX5. В пик XX5 нормально бы так вошел. Всяких энигм за время Орчида просто тюк-тюк-тюк и нет энигмы. Прекращать с батяней? Окей. Огонь, батарея. Огонь, батальон. Драгонайт.
Берите Тини Виспа, не прогадаете. Вот сейчас берите Виспа, а потом возьмете Тини, потому что они уже Тини не возьмут точно. Виспа, Виспа и Тини, победа. Висп Тини. Висп. Ну, почему-то они не хотят. Но по-любому они такой вариант уже в голове прокрутили с Виспом и Тини. Но почему-то не хотят. Ну, с одной стороны, потому что, наверное, тут довольно неслабый пуш будет. А за счет Джакиры, Энигмы и Драгонайта. Они пикают Луну. Почему все пытаются повторять за китайцами? Даже рядом просто не стоят по скиллу и тимплею с китайскими дотерами, но пикают китайские пики, которые тяжело реализовать. Это вот что так вот их? Ну нахрена пикать этого? Ну ладно, будем болеть за XX5. XX5, давай. Луна очень сложна в исполнении, и чтобы ей исполнить, нужен хороший тимплей. Четкие и грамотные действия. А в данный момент что я вижу? Драгонайт рубает ульт, дает стан Луне, Акаша дает раскаст, Луна умирает. И если еще кто-то рядом с Луной стоит, то он тоже получает огромное количество дэмэджа. Короче, Луна тут вообще никаким макаром ничего сделать никому не сможет. Все толстые герои, все мобильные, все толстые. И нахрена она тут нужна, я не знаю. Но еще Вингу взяли. Да. Да. Просто камбат, батяняк, батяняк, камбат. Бат-бат-бат-бат. Хуяс. Ну что за никнейм? Боже, играет на Энигме. Да, просто ужас, а не никнейм. Хавай играет Джакира, Ноя, Драгонайт на Акаше. Хестеджео Ротен. О боже мой. Эйс. Дарксир, Век, Рубик. Это, по-моему, Альба. Это же Альба. XX5 и NAS5. По-моему, это Альба на Винге. ZXC, Templar Assassin, Седой на АВР-ке. И кого-то я... А, Nexus. Луна. Ну просто никнейм хуяк. Зашибись, да, никнейм? Ну мы его будем называть Энигмой. Так будет проще. Опять пауза, это уже похоже на какой-то ритуал, что ли. Они там что, молятся или произносят какое-то заклинание перед началом игры, поэтому ставят паузы. То в прошлой игре тоже так было, и сейчас паузу ставят. Все. Ну что ж, крипстаты на боковой панели, все готово к доте перед началом, перед выходом крипов никаких. Вроде как бы тут особо интересных движений. Может быть, Дарксира зацепят, но убить вряд ли получится. Вот сюда иди, Вася. Вася, беги сюда. Не добежал. Седой 300. Седой 300 не очень звучит. Вот седой 3000...
Вот это был бы никнейм, так никнейм. Ой, извиняюсь. А то седой 300. Чё, почему 300? Так, ну все, крипы поехали, и мы поехали. Сейчас будем смотреть, как будет Луна трухард нафармить. Благо у Луны дэмэджа много, может она хорошо ластхитить. Так, мы тут видим одного крипа нет. Спасибо Энигме за это. Злой и нехороший Энигма. О, сразу начинаются предварительные ласки. Будем это так называть. Иди ко мне, моя рыжая бестия. Двухголовый дракон, ты не в моем вкусе. Ну и пошла отсюда потаскуха. Да ничего. Ничего сверхинтересного. ВРК что-то ржет. Спокойная, размеренная фармадота. Фармгейминг. Крипов убивай, деньги получай. Гейминг. Так. Контроль рун. Снизу ДД. Снизу никто руны не контролит. А надо бы. Ну, инфа имеется. Дарксир, может быть, сейчас сходит. Там Энигма пропалил контору. А эти товарищи видят то, что там ДД. У них вард стоит. Ну, они тупо... А кому вообще надо это ДД? Для лохов. Ну, все-таки век пошел законтролить. Так, ВРка. ВРочка, беги. Беги, седой, беги, иначе... Оп-оп-оп, Малифейсы, Драгонайт. Даже стан не стал тратить, просто прижег ее попец огоньком. И делает ферстблад. Ну что ж, 418 золота. Получает Драгонайт. Не дают Дарксиру особо расслабляться, но, блин, все равно третий левел-то у ДС практически есть. ВРка уже третий, но за это ВРка наторговала своим личиком. Ферстблад отдала Драгонайту, это не очень на самом деле круто. Уж лучше лишний раз перетерпеть, чем фидить. Луна держит первую строчку по крипам. 25 крипов. Пока вот, кроме одного килла, больше ничего не наклевывается. Думаю, седой больше не вылезет. Не собирается. Хотя тут уже скоро ульта появится, и седого можно будет цепануть даже без вот этого лишнего, так сказать, без лишних вылазок. ВРК может вот так вот, как сейчас, стоять себе спокойно фармить, а тут Драгонайт, ух! И стан в табло. Снизу Дарксир тоже начинает уже халявно фармить. Регенерация век. Оставляет ее? Да, оставляют для темпларочки. И сейчас он восстановит себе ману. Можно было бы, конечно, поделиться, но темпларка жадная. Не хочу делиться, самому пригодится. Так, седой 3000.
О, седой. Фидим на хардлане. Нехорошая ВР-ка, нехорошая. Два раза отъезжает, два раза убивает его Dragon Knight. При всем том, что у Луны крипов больше, причем на солидное количество больше. Посмотрите, всего 23 крипа имеет Dragon Knight, и Луна имеет 36 крипов. Но ГПМ у этого товарища на Dragon Knight самый высокий. Почему? Потому что у него 2 килла. Один из них First Blood. Ух, седой. Так, тихо, ребята, вы что? Что за негативные комментарии в чате? Причем, ладно еще, когда хейтеры там что-то мне пишут, но друг с другом-то чего вы сретесь? Друг другу-то вы чего сделали-то? Не надо сраться. Из моих уст это звучало как-то неубедительно про то, что не надо сраться. Ну а что поделать? Ну надо сраться в меру тогда. Так, телекинез. У Акаши есть, конечно, блинк. Блинкается в лес. И Акаша с автоатакой мы смотрим, да? С автоатакой, Акаша! Айда браво, айда красавчик. Скрим получает в лицо, на, просто расписали Акашу. Ну вот это называется нехрен автоатаку ставить в доте и играть с ней. Вот сейчас бы она не тычканула, зато все получают Black Hole в табло, да ладно, не пожалели. Ну и правильно, а что жалеть. И опять Dragon Knight тут как тут, этот парень знает, где и когда нужно находиться, чтобы получить фраг. 3 килла. Все 3 килла, которые сделаны командой, на счету у Dragon Knight. Оп-оп-оп. Чую, этот Dragon Knight в скором будущем райт-кликом будет своих врагов сносить. Энигма сносит тауэр. Странно, что не Dragon Knight. Рубик второго левела вряд ли тут сможет нормально как-то задефать. Ну хоть фейтболт что ли кинуть, или не знаю, он телекинеза может ждет. Тауэр получает очень неслабо по головешке своей. Просто 6 сотен хп оставили с одного захода, при этом они еще Т1 снесли. Ужас. Акаши на топе поддамаживает неплохо тауэр. Здесь же вообще тауэр не побит. И походу в ближайшем будущем он даже не будет затронут. А на войне, как на войне. ВР-ки фидят и похер Луне. А на войне. Так. Что-то задумали, по-моему, у Дарксира. Сейчас кому-то комбат, батяня, комбат. Беги, Луна! Ультимейт на развороте, хорош! Хорош! Ой, где ВР-ку опять убили? Да боже, сколько можно, седой! Тебе не надоело отдаваться Dragon Knight? Походу Dragon Knight слишком читерный герой и убивает ВР-ку изи. На топе падает очередной тауэр. Это очень плохая музыка
для XX5. Они не сносят ни одного, просто ни единого тауэра не сломали, а уже упал второй. И их Т2 тауэр здесь тоже еле дышит. То есть до него доберутся, снесут вообще изи. Экономика начинает взлетать у 3D Max, более 2000 уже по золоту. Да, почти 3000 по XP, что-то там около 3,5. Короче, дела не очень. Так, с темпларка под инвизом. Эх, Акаша чего-то почуяла. Почуяла неладное. А, тут застанили. Тут нашли кого убивать. Дарксир, конечно же, отъезжает. Слишком много тут всего в нее влепили. А Акаша в панике ублинковывается. Что, Рубик-то хоть 6-й получил? Уже 11-я минута. Блин, где Рубик? Рубик. Во. Не, у Рубика только 4-й. Совсем все хреново у саппортов. У Винги хотя бы уже близится 6-й левел. Под смоками. Ганг-отряд. Это больше на самом деле пуш-отряд. Но сейчас они будут гангать. Black Hole. Рассказ Джакира. Dragon Knight. Под ультимейтом со своим Драгонтейлом будет выдавать очень неприятные мерзопакостные станы. Вот она, Винга. А вот и нет Винги. Стерли. Это называется стерли. Так, чё, кто, куда? Разведчики докладывают. Лес, вражеский лес чист. Зачищаем территорию. Сносим тауэр. О, Dragon Knight получает денежки с тауэра, телепортится на топ. Здесь они... Это свои тавера, они дефят. Акаша он уже на миде, Dragon Knight на топе. Свои тавера они не отдают. Вот, собственно, вся политика 3D Max. Ломай тавера, деф тавера. Седой, благо, последние 2 минуты вроде не отдается. Так, ну и что Луна-то имеет? Яшу ПТ. А Луна-то пошла через керри шмотки, то есть она собирается не какие-нибудь там барабаны, типа, как мы привыкли видеть Луну, через барабаны Транквилы, там Яши всякие, БКБ, а тут Яша ПТ и масочка. То есть Луна собирается фармить. Такая серьезная фармадота. Ну за 12 минут и 13 Nexus нафармил настолько много, что мне хочется просто поаплодировать ему. Реально респект. Очень круто нафармил. Прям царь. И 2-0 у него. Статистика замечательная. Там из полной задницы смог получить в итоге килл и выжить даже. И крипов у него, конечно, тут просто 94. Ближайший до него, вот керри герой, это Dragon Knight 63. Опережает очень серьезно. Сегодня в ударе Nexus. Ну даже такая Луна, казалось бы, имеет огромное количество шмоток, но ей нужен обязательный БКБ. Без БКБ здесь можно забыть вообще о чем-либо. Ее тупо какая-нибудь Акаша убьет с прокаста. Так, Луна ульту, чё жалеешь-то? Лолз. Лолз. Зажал ульту. А зря. Зря. Убил бы ведь. Хотел с руки убить. Зажопил. Чё ульту жопить, не знаю. Ну, кулдаун, конечно, тут серьезный, 160 секунд, но все равно ради килла. Это же не ради там чего-то непонятно чего. Ради килла. Ну да ладно, его дело. Принес себе доминатор. Вот, нападает на Вингу. Винга, беги, Sonic Wave. Вот, примерно так же будет отъезжать и Луна. У них примерно одинаковое количество хп. Но разве что Луна очень мобильная. Не думаю, что ее это будет сильно спасать под станом. Темпларка. Что там темпларка? Фейзер, слушайте, темпларка скоро будет даггер. И тут мы видим, тауэр падает наконец-таки.
Хорошо, Templar Assassin 2200, можно пойти Dagger купить. Ну вот XX5 вроде что-то даже делают. Здесь, правда, убивают Рошана, и XX5 знают об этом. Этот товарищ Энигма стоит прямо на трапе. Бомбануть его под Энигмой, может, отъедет. И на топ сразу улетают 3D Max. Один тауэр отдали, но этот тауэр они отдали, так сказать, размен. Мы вам тауэр, вы нам Рошана. И Рошан гораздо выгоднее, конечно же. Так, ТП. Миллисекунды не хватило, просто миллисекунды не хватило, чтобы улететь. Уже почти. Но тут Dragon Knight пришел со своим станом и сбил. Борода. Вы видели, да, что с ней сделали? В секунду сдули. Как будто бы этот герой вообще не герой. Какой-то крип. Обычный крип. Винга. Свап наконец-то появился. Здесь по-прежнему нет ультимейта. По XP проседают очень знатно саппорты. Прям очень жестко. Именно на саппортах отражается, когда игра не складывается. Именно на них отражается все самое-самое неприятное. Они бегают кусками мяса бесполезного. И при этом еще легко доступны. Легко убить. Акаша он какая-нибудь просто прыгает. Скрим, Sonic Wave, минус Винга. 700 хп. Так, Джекира уже пошел ставить варды у противника на базе, даже сентри вард поставили, чтобы офигеть, короче. Серьезно. Ну, этот убитый тауэр легко забирают. 3D Max. XX5 как-то рассредоточили свои силы. Nexus на топе фармит. Снизу Рубик там чего-то подворовывал. Ну, Рубик наконец получил 6-й левел. 18 минут игры. У Рубика с горем пополам 6-й левел. Ну, как бы прям наводит на мысль о том, что очень и очень все хреново. Ну, так и есть. Сейчас Рубика сдуют, сотрут. Ну, на одного Рубика, я так понимаю, не хотят нападать. Настолько уже 3D Max зажрались, что одного Рубика мы не хотим убивать, а вот двоих уже можно. Или даже на двоих не пойдут. Да ладно, а чего они хотят? Пятерых сразу убить? Аппетиты, конечно, у 3D Max, я смотрю, солидные, солидные. Так, скрим, сразу вакуум. Малифейсы заморозили, да. Ну, убили ВР-ку. Templar Assassin тут потасканная, бегает. Мне нужно как-то дойти до базы. На топе Dragon Knight линию отпушивает, а Егис еще не скоро выпадет. И что там, Луна? Ogre Club, 1,5 косаря. Ну, надо БКБ, как можно скорее. Ogre Club вообще погоды никакой не сделает. Да, тут еще, конечно, можно ПТ на силу переключить. Там 150 хп дополнительных. Неплохо. Так, что на миде... Пытаются забрать Дарксира. Ой, сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой! Просто в двоечка отъезжает Луна. Здесь вынуждена отступить. Даже под Shadow Strike Луна перемещается довольно быстро. Какая шустрая Луна. Шустрая-шустрая Луна. 2000 на кармане. Покупает Митрил Хаммер. Скоро будет БКБ. Ой, хорош, сколько тут много денег. Оставьте, оставьте на БКБ. Обязательно оставьте. Отлично. 155 крипов. Боже, Nexus, ты что сегодня делаешь? Откуда столько? Откуда? Если бы ему еще здесь отводы делали,
Почему ему отводов не делают на эншентах? Они, ну да, там Dragon Knight может прийти зафармить, кстати, поэтому и, наверное, не делают. И тут, кстати, отводы не делают. Dragon Knight бы тоже мог кучу бабла поднять с этих эншентов. Dragon Knight, как ни странно, путевых шмоток нет. 106 крипов, 6-0. А, беру свои слова обратно. Он просто нес себе БКБ. БКБ, барабаны, ПТ. Но все равно, вот блин, все равно, при такой игре, я думал, что у Dragon Knight помимо БКБ будет еще хотя бы какой-то такой серьезный айтем. Ну, барабаны это, конечно, тоже серьезный айтем, но он, не знаю, как-то маловато, что ли. Почему Луна имеет больше айтемов, чем Dragon Knight? Это очень странно. При такой-то игре. Раз, два, три, четыре, пять. Рошен еще. Пять тауров плюс Рошен. И плюс ко всему у Dragon Knight 6 киллов. Один из них First Blood, и у него так мало айтемов. Пипец. И вот Луна с БКБ. Штука ХП, промакшены все абилки, кроме ульты. И уже что-то нужно делать. Слабое место Dragon Knight это магический дэмэдж. У него нет никакого Magic Resist'а, но есть БКБ. Поэтому... Ой, шейклшот, да какой хороший! Луна подрубает ультимейт, в мгновение сносят Dragon Knight'а. Но этот парень... Да ладно, он не переродился, а Егис из него выпал прям за долю секунды. Black Hole сбивает Винга, сносят сразу и Нигму, сносят еще и Джакира. Темплар Ассасин минус, Темплар Ассасин байбекается. Луна дерется, Луна крипов бьет, что ж ты делаешь-то? Опасно же, Акаша без маны, поэтому и не опасно. Обалдеть, ну тут отбринковывается, бабах, ну, тычка не долетела. Офигеть, как же Dragon Knight подставился-то, а? Как он реально подставился, прям под шейклшоты? Это спасло, реально спасло XX5, иначе линия бы упала у них 100%, а Егис вылетел прям под самый конец. Прям когда вот... Какой же неудачник Dragon Knight. О, товарищ. Это серьезно. Так бортануться. XX5 могут эту игру перевернуть. Акаша, БКБ, поинтбустер. Странно, конечно. First item БКБ. Ну, может и не странно. Может даже очень верный вариант. Nexus. Ой, куда-то понесло. Nexus скоро манту доделает. Он, в принципе, уже раздамаживает не слабо. Особенно под аурой Винги. Она не промакшена, но уже неплохо прибавляет. Еще 16% можно прибавить, если промаксить. А это не слабо. Совсем не слабо. Офигевший Nexus. Так, и Dragon Knight тут решил побродить по лесу чужому. 2000 золота, ничего он себе не купил. Дасты в инвентаре. Такая дота подуспокоилась, что ли? А нет, не подуспокоилась, блинкаут сразу же. Темпларочка, Рубик за счет того, что телекинезиком тут нормально отбросил подальше Дарксира и выжил. Пайпа, Сулринг, Транквилл. 1900 у Дарксира еще на кармане. Тут, кстати, у всех куча золота на кармане. Но ничего, почему-то никто не покупает. Но вот здесь уже появился Кристаллис. Нужно принести еще.
Эксемплярочка БКБ. Очень будет круто. По сути, если тут, ну, Луна БКБ и Темпларка БКБ, все, там, по сути, остальным, в принципе, чихать на все. Винга свапнет и умрет, это ее, так сказать, работа. Рубик там тоже что-то накастует, умрет. ВРка сдалека будет стоять, ее при хороших раскладах не зацепить. И, в принципе, а эти товарищи под БКБ вообще болт ложили на все происходящее, ну, за исключением, конечно, Энигмы и того дэмэджа, который наносит Драгонайт под ультой. Ну, у Драгонайта пока нет 16-го, он сплэш не качает. Я не знаю, почему Драгонайт не качает на 14-м левеле все-таки желтого дракона. Я считаю, что этот, желтый, красный дракон, он все-таки лучше. Ну, блин, сплэш, ребята, сплэш, очень солидный сплэш. Почему бы его не изучить? Да, там поначалу кислотный дракон, этот зеленый дракон, это кислотное дыхание, оно типа круто товара сносит и так далее, но товара уже снесены и давно снесены. Сплэша она, по-моему, гораздо полезнее в замесе. Бьешь одного, дамажишь всем. По-моему, очень крутая штука. Особенно, когда у тебя еще криты есть. Кританул, все вокруг отъехало. Ну, Драгонайт не хочет изучать. Но в любом случае он сейчас получит 15-й. И у него будет возможность изучить. А может оставить до 16-го, чтобы сразу потом два раза прокачать. О, дабл дэмэдж еще. На файт, что ли, оставляет? Сулринг уже можно и продать, да. Продает Сулринг. Забивает Рошана. Темплар Ассасин отпушивает здесь линию. БКБ есть уже у Темпларки. Почему они не дерутся у Рошана? Вот мне интересно, неужели они боятся, что слабее намного? Ведь Темпларка с БКБ. Луна уже с мантой. Луна сносит Тауэр. 2300 у Луны на кармане. Нормально, вообще нормально. Сейчас бы еще как-то выжить. Зайд ультимейт. Убить, конечно, не получится. Ульту просандалил в одного. На развороте дерется. Эх, чертова пайпа заблочила. Все-таки дэмэдж. Зайца блэкхол на одного Нексуса. И он, конечно же, отъезжает. Да, Нексус, у тебя много дэмэджа. Но вот, вот так вот делать нельзя. Надо было уходить. БКБ и ТП аут. Ну, параллельно тут пока сносят по миду тауэр. В принципе, тоже неплохо. Это жизненно необходимые денежки в данный момент. Не подставляется Акаша. Оп-оп-оп-оп-оп. Акаша как далеко заходит, и Драгонайт далеко заходит. Но у Драгонайта есть Аегис, поэтому он не боится. Ну, в этот раз Аегис не выпадет точно, тут слишком долго ждать. Вакуум, куча клонов, очень-очень неприятно драться Луне. Но смотрите, за счет Чакрума Луна вывозит. Луна вывозит и очень неплохо. Драгонайт теперь без формы дракона, юзает БКБ без формы, и посмотрите, Луну разносят, да, Луна отъезжает, слишком больно прижигает, Луна тоже без действия БКБ становится довольно слабым персонажем. Драгонайта телекинезом цепанули. Луна, Луна, Луна попадает под стан, сразу начинает ее тут жестко закидывать магиями, свапает Нексуса, беги, Скрим, отъезжает Луна, Век тоже походу здесь не выживет, еще и ZXC погибает, беда, 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 бараки падают, байбекается Темплар Ассасин, а что она сделает, прыгнет и умрет, если прыгнет, прыгает, отжимает все-таки Акашу, Малифейсы, Форстафом толкнули. Драгонайт застанил, но вроде жить будет. Бараки все-таки падают. Шейкл шот.
Не-не-не-не-не-не, зря-зря-зря, да что ж ты будешь делать, отъезжает. Да, даст не заюзали, отъезжает Templar Assassin. Что-то посмотрел так на Dragon Knight'а, убью, нет, не буду, нет, попробую. И в итоге, пока он колебался... Но еще не все потеряно, потеряли один лайн. Ну как бы, ну что, не так страшно, только страшно то, что Луна все свои деньги, которые были, порастеряла. Байбеки всякие там. Луна за последнюю минуту просто миллион раз отъехала, и это не ок. 3-4 статистика стала. 2000 было на тот момент, когда Луна тут бегала, 2 с лихом. Если бы она просто тпшнулась на базу, все было бы по-другому. Но Nexus царил-царил и фейланул все-таки. Тут еще по как минимум надо баттерфляй и какой-нибудь сатаник. И тогда Луна, может быть, даже и без БКБ будет разносить. А без этих айтемов ее снесут. Ну просто пока у нее появится баттерфляй и сатаник, если он вообще появится, то тут всякие шивы, хексы, шмексы, бибексы. Тут уже даггер, БКБ. Да, я даже БКБ Энигмы что-то как-то и не за этого не промониторил. Ну, Венгата, по идее, свапает, даже под действием БКБ. Первый левел, правда, свапа, но все равно хватает. Даже первого левела свапнуть должно получиться. А 3D Max не собирается затягивать. Они все-таки понимают, что это Луна. И если... тут Дейдалус, Гиперстоун, Dragon Knight сейчас... Под действием дракона будет такие плюхи выдавать, что просто ужас. Ну вот, 200 с лихом дэмэджа. Шейкл. Опять! Опять какое-то чудо шейкла от Седова. Каким-то просто реально непонятно. Вот это Black Hole сбивает его. Black Hole кастится в ответ. Хорошо, век царский Black Hole. Но боже, хп у него было мало. И просто-напросто ульта Джакира сожгла его. Луна раскастовывает здесь Эклипс, БКБ заканчивает свое действие, и Луна тоже заканчивает свое существование. Templar Assassin гонит Dragon Knight, а Dragon Knight отъезжает, а Егиса-то сейчас нет. Акаша получает в таблоид. Шива здесь уже есть, щит жжет неимоверно больно, Темпларка минусуется, это минус еще одна линия. Тут уже, конечно, XX5 не вывезут. Ну, хорошая получилась игра. Nexus, я могу сказать, он тут сыграл практически на все 100. Был, конечно, один момент, но все же этот один момент не должен был так сильно зарешать. Просто у команды были проблемы небольшие. Кроме Луны, по сути, у всех было все хреново. Второй лайн падает. И не сдаются. Не сдаются до конца XX5. Походу, ну вот, не знаю. Нынче модно стало не сдаваться. Играем до конца. Я надеюсь, таймрейтинга нет. Очень надеюсь. Слушай, не дай бог, что таймрейтинг какой-то будет. Dragon Knight. А где я у него? Не понял. Он с такими же айтемами пришел и до сих пор с ними. Ну что, вообще деньги не прибавляются? Таур, линию все сломали. Какой-то странный Dragon Knight. Такое ощущение, что он деньги куда-то этого прячет. У него уже был Дейдалус. Капец, криты 656. Ну, нельзя сказать, что криты сверхкрутые, но, блин, у него так мало урона в общей сложности, а криты такие не слабые. Джакира отжали. Ну что, XX5. Идут, так сказать, в all-in. Им терять нечего. Опа, Дарксир подставиться сейчас может.
Да, не запалили Дарксира, к сожалению. Рубен с Даггером. Да ладно! Отвлекся на секунду и как поворачиваю взгляд, смотрю, тут просто black hole на одну луну. Окей. Окей. Бам-бам. О, ПКБ нажал, спрятался. Отличная просто идея. Нажать БКБ и спрятаться под инвиз. Но он хотел с даггера прыгнуть, видать, но, к сожалению, не пошло. Ну все, ломайте им уже мид позже. Эти XX5. Ворвались пацаны. Бам-бам. Кританул. Просто кританул. Ну что, ждем игру Empire. Ждем игру Empire. Она еще не началась, не? Еще не началась. Но скоро начнется. Где? Так, сколько там времени? А, уже начнут сейчас. Уже сейчас начнут.